настоящем историческом зале библиотеки, который был построен по инициативе последнего хозяина этого здания, герцога Георгия Георгиевича Мекленбург-Стрелецкого, ну, которые являлись родственниками царской семьи. И вот нам очень приятно в таких исторических стенах, в том числе, приветствовать наших гостей. А вот тот большой зал, который, ну, видимо, вы проходили, да, когда поворачивали сюда, был залом, в котором принимали музыкантов самого высшего разряда, которые и жили в России, и бывали проездом, потому что семья Мекленбург-Стрелецких были большими любителями музыки. Значит, герцог Георгий Георгиевич сам был музыкантом, играл на виолончели, тоже, да, на струнном инструменте. И, кроме того, здесь, значит, существовал постоянный квартет музыкальный, струнный квартет, значит, который выступал вот именно в этом зале. И поэтому, в общем, эти залы овеяны историей, и вот литература, музыка здесь всегда присутствовала. Вот. А, ну, Юлиана, я думаю, что многим представлять не надо, но вот именно как бы в рамках нашего вечера вот хочется сказать, что Юлиана не только поэт, прозаик, автор публицистики, критических статей, но, что я думаю, очень важно, и это продолжает, я надеюсь, традиции этого семейства, которое здесь проживало, он очень активный литературно-общественный деятель. И вот уже, можно сказать, в далеком 97 году, в конце 20 века, создал общество «Невостребованная Россия», которое встречалось тогда вот, вначале в Доме культуры железнодорожников, ну, не так далеко, в общем, отсюда. Дом графини Панины. Да, дом графини Панины. А теперь, значит, да, вот мы в доме графини Карловой, да, да, это известно, тут дом, такое название. Да. Она жена герцога. Ну, да, то есть тут очень сложно, да, почему так или иначе. Вот. И, значит, вот Юлиан, как друг нашего отдела и нашей гостиной, мы надеемся, он сейчас, значит, продолжая в том числе свою вот эту общественную культурную деятельность, знакомит нас со своими уже друзьями, а как мы знаем, друзья наших друзей, наши друзья, дуэтом, который существует даже еще дольше, чем «Невостребованная Россия», вот как мы узнали, да, 25-летие вот недавно отметили, да. Вот, и это женский вокально-гитарный дуэт Галины Ануфриевой и Татьяны Борисовой. Вот мы представляем, но эти имена для нас тоже новые, поэтому мы тоже, значит, очень заинтересованные зрители. Вот, и, значит, мы очень рады сегодня вместе с вами познакомиться вот с этим трио, потому что, как мы знаем, уже выступали втроем, да, Юлиан, Татьяна и Галина. И желаем вам хорошего вечера и надеемся, что вы снова будете приходить в нашу гостиную и в нашу библиотеку. Спасибо. Ну, я два слова скажу этого вечера. Захотелось попытаться сделать такой синтез, да? Симфонию стихов и авторской песни, которую исполняют и Галя, и Татьяна. Ну, судить, насколько это получилось вам, потому что массив стихов довольно большой, и поэтому уж прямо вот так попасть стопроцентно в яблочко с темами песен очень тяжело, но нам кажется, что нам это удалось. Да, в какой-то степени. Сколько процентов, вы сами решите. Доводилось нам сниматься и на снимках улыбаться перед старым аппаратом под названием фотопорт. Чтобы наши светотени скрыли.
сквозь военные метели в дом родимый долетели под родительский надзор. В дом родимый долетели под родительский надзор. Так стояли мы с друзьями в перерывах меж боями, сухопутьем и морями шли, куда велел приказ. Встань, фотограф, в серединку и сними нас всех в обнимку. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Может быть, на этом снимке вместе мы в последний раз. Кто-нибудь потом вглядится в наши судьбы, в наши лица, в ту военную страницу, что уходит за гармонь. И остались годы эти в униброне, в бронпортрете, в фотографиях на память для отчизны дорогой. Фотография на память для отчизны дорогой. Мы решили, что между, чтобы был единый поток стихов и песен, воздержаться, да, от выражения благодарности. Хорошо? Грозди красные рябины, горьковатые на вкус, что мне 8,5, за окном февральский блюз, отчего там блюз на нерве, флейта, саксофон, труба, от того, что в 41-м, от того, что в 41-м начинается судьба в сентябре совсем под осень, от того, что Люба с Йосей, папа с мамой. Боже мой, от того, что Люба с Йосей, когда крышу людям сносит, дали жизни шанс шальной, дали будущему руку, чтобы в нем любовь жила, вопреки железным мукам и мужала, как могла в жизни. Я души не чаю, век очко, не дует в ус, снег летит, летит и тает. За окном февральский блюз, от того, что в 41-м, когда жизнь была труба, среди пороха и серы, прозвучала мне труба. Жизнь, она сплошная нерва, то гулянка, то пальба, детством пахнут мандарины, запах, это тоже вкус среднерусская равнины. За окном февральский блюз, отчего там блюз на нерве, флейта, саксофон, труба. От того, что в 41-м, от того, что в 41-м отворила дверь судьба. Рожденные в 42-м, 43-м, мы дети войны, мы блокадные дети. Какие волхвы среди смерти и праха склонялись над нами с любовью и страхом. Склонялись волхвы. Подносили подарки, сухарь, что размочен в воде без заварки, чесночную дольку в белесой тряпице и невской водою давали напиться и что-то шептали. Все глуше и глуше про жизнь, про младенчески чистые души. Но первая память не помнит было ни этих волхвов, ни их вещего слова. Холодной и стылой блокадной метели склонялись волхвы, подходя к колыбели, судьбой наделяли пайками своими, чтоб жили и жили мы жизни во имя. Сухой, красноватый бурьян на заре и утренний тонкий серебряный холод и город вдали, но покатой горе,
военного детства, неласковый город. Жит в огородах сухая ботва, на низеньких крышах следы пулевые, на клеверном поле застыли два блестящие новые двухкилевые, и словно насмешку над вихрем смертей на стенах старинных бревенчатых зданий скупые таблички былых страхований губернских, уездных и прочих властей. Город из древней семьи городов, резные ворота, крылечки косые, глазами твоих опечаленных вдов тревожно мне в сердце смотрела Россия. Спасибо тебе за твою лебеду, за мягкое сено в домишках сосновых, за редкую сласть петушков леденцовых на бедном базаре в том горьком году. В кулебаках ходит дождь на мягких лап, по траве, по мостовой, ходит, спину выгибая, от крыльца и до сарая, то холодный, то грибной. Гром ворчит вдали простужен, а по теплым летним лужам желтое плывет крыльца, от сарая до крыльца. Голенастые, худые, семя грозных лет России, мы гоняем за пуски босиком по теплым лужам. Нам сейчас никто не нужен, потому что в лужах небо синего куски. Чужую жизнь в окне напротив колышет дюль, как ветерок. Мне эта жизнь из дуры плоти к пальто чужому номерок. Окно качнет и вспыхнет зайчик, скользнет с собой в потолок. За тюрем белобрысый мальчик зубрит над книгою урок. Год 41-й, столетие 20-е, майские запахи, майские сны. В лужах полощется братство пернатое, обруч катают крюком пацаны. Год 41-й, столетие 20-е, майские запахи, майские сны. В лужах полощется братство пернатое, обруч катают крюком пацаны. Порой там женщина мелькает с седой баллонкой на руках, собачка так беззвучно лает, душа в сердечке, мутный страх. В том доме есть еще мужчина, он в гимнастерку облачен, в петлицах шпаг, согласно чину, и кобура через плечо. Год 41-й, столетие 20-е, майские запахи, майские сны. В лужах полощется братство пернатое, обруч катают крюком пацаны. Год 41-й, столетие 20-е, майские запахи, майские сны. В лужах полощется братство пернатое, обруч катают крюком пацаны. Чужую жизнь в окне напротив, все без остатка, целиком. Снаряд воронку заколотит безжалостно июньским днем. И жизни той не смог помочь ей опухший с голоду сосед, не дал
дал Всевышний полномочий прикрыть чужую жизнь от бед. Год 45-й, столетие 20-е, майский салют над свинцовой Невой. Что-то в развалинах ищут пернатые, может быть, крохи той жизни чужой. Год 45-й, столетие 20-е, майский салют над свинцовой Невой. Что-то в развалинах ищут пернатые, может быть, крохи той жизни чужой. Брожу ходами сообщений, заглядываю в блиндажи, молчит и мокнет лес осенний. На этом рубеже души еще окопы, да окопы. Год 41-й тут, как тут, за 3-9 земель Европа, и нас нигде еще не ждут. За 3-9 земель победа, и ротный жив, и жив комбат. Они еще после обеда сидят и тянут самосад, и медленно дымок витает, и молча курит военком. Никто судьбы своей не знает, никто с ней лично не знаком. Ее косые светотени на лицах и над головой. Иду ходами сообщений в год 41-й и 42-й. Перестали вышивать замки, девушка с цирка, крест болгарский не видать. Ах, как прежде вышивали, вышивали, выживали. После страхов той войны каждый вечер пяльцы брали мулине и отдыхали с абажуром тишины. Сколько вышито подушек, занавесок, покрывал, после слез, беды, теплушек, разве кто-нибудь считал, а как нитки подбирали, этот то, не этот то, глубоко переживали, чтобы теплым был бутон, бутон там, в послевоенном мире, так хотелось красоты хоть в бараке, хоть в квартире, чтоб везде цветы, цветы, чтоб друг дружку все любили, чтоб никто не был убит. Мелким крестиком крестили свой послевоенный быт.
В небесах сия России, колокольни да кресты, облака сторожевые, КПП да блокпосты. Это там святой Георгий, пику взяв наперевес, под молитвы и восторги мчит сквозь черный страшный лес. Чудищ, обла и огромно в тех краях, у тех болот. Сколько лет и зим бездомный, он их рубит, колет, пьет. Это там, в небесном граде, на вершинах горных круч, бьются, бьются, Бога ради, чтоб сюда пробился луч. И по волнам всей России, от небесных дальних стран, облака сторожевые проплывают в океан. Над землей бушует драка, облака плывут, как бабы, а дно подошло справа. На фонтанке дождь и лодки, на фонтанке катера, выпью в рубке рюмку водки, недобитую вчера. Барабанит дождь по крыше, дождь по палубе стучит, тишиной фонтанка дышит, хитро в тряпочку молчит. С кнехтов я швартову скину, под моторы мерный стук отвалю и тихо двину к пряжке, стало быть, на юг, в створе крюкового канала заложу направо руль, по каналу рябь погнала, за бортом уже июль. Здесь, на крюковом канале, между небом и землей, от Голландии в квартале, чокнусь снова сам с собой, в тишине, вдали от споров, от безумия вдали, близ Никольского собора, ниже уровня земли. Закрою глаза и увижу тот город, в котором живу, какую-то дальнюю крышу, и солнце, и вид на него. В каком-то печальном прозрении, увидел.
увижу свой день роковой, предсмертную боль и хрипенье, и блеск облаков над него. Сахарными головами торосов, соседствующих с голубой водой, апрель. Настырные рыбаки у кромки припая ладят во льду оки в сыре дырки, опускают мормышки и ждут поклевки. Пошла корюшка, время пришло в движение, прошедший накануне снегопад, растаявший под апрельским солнцем, превратил шоссе в реку. Машины, как катера, кильватор, идут в фонтанах брызг, вода радостным потоком, блестя на солнце, устремляется в любые впадинки и ямки, и стоит в низинах морем разливанным. Встречный КамАЗ окатывает мой логан, накрывая его.